Способ приготовления пищи оказывает огромное влияние на вкус и сохранение всех ценных питательных веществ. И я с радостью представляю вам изделие, которое является незаменимым помощником в быстром приготовлении, при этом сохраняя все полезные вещества. И это термосервирователь объемом 3 литра. Приготовленные в термосервирователе продукты остаются сочными и сохраняют все питательные вещества. Это один из самых здоровых и щадящих способов приготовления. Достаточно залить ингредиенты кипятком, закрыть крышкой и оставить на время. Термосервирователь состоит из прикрывающей крышки, вставки дуршлага и основания объемом 3 литра. Куполообразная крышка выполнена таким образом, что образующийся в ней конденсат, минуя вставку дуршлаг и продукты, стекает сразу на дно основания. Вставка дуршлаг помогает промыть ягоды, овощи или крупы. Благодаря широкому канту на основании контейнер удобно брать и переносить. Благодаря следующим рекомендациям ваши блюда будут вкусными и полезными. Соблюдайте температурный режим от 0 до 85 градусов. Обращайте внимание на то, чтобы уровень бульона или воды был выше, чем уровень продуктов, которые готовятся в термосервирователе. Также во время варки не открывайте крышку до полного приготовления блюда. Всегда открывайте крышку от себя. Термосервирователь не предназначен для приготовления в микроволновой печи или духовом шкафу. Перед приготовлением блюд рекомендуется прогреть емкость горячей водой. Если требуется сохранить температуру блюда перед подачей, то мы рекомендуем налить горячую воду или положить кубики льда в основание. Благодаря термосервирователю мы можем приготовить овощи или фрукты, рыбу и морепродукты, супы, макаронные изделия и крупы, также сделать йогурт или морс. Сервировать стол горячими или холодными блюдами, фруктами, хлебом и выпечкой. Хранить продукты или приготовленные блюда. Разморозить мясо, птицу или морепродукты. Промыть ягоды, фрукты, крупы. С помощью термосервирователя мы приготовим закуску, суп и горячее блюдо. Успейте воспользоваться данным предложением в промо-программе «Майя» по спеццене.